Каникулы – отличное время для школьников, чтобы посмотреть новинки кинопроката или посидеть с друзьями в кафе. Но и родителям, как известно, необходим хороший отдых. Его, между прочим, вполне можно себе позволить, не используя схемы «нанять няню» или «съездить к бабушке». Как всей семьей интересно используя провести выходной в Твери? В нашем сюжете. В дни каникул у каждого школьника найдется масса интересных занятий, в числе которых не последняя роль достанется просмотру хорошего кино. Опасные приключения, верные друзья, загадочные клады и сумасшедшие превращения в кинотеатре «Панорама», который разместился в бизнес-центре «Тверь», в эти дни есть фильмы на любой возраст и вкус. Идеальный семейный мультфильм с добрым юмором и трогательными моментами общения паренька-неудачника и неисправного андроида. Как ни странно, эта история вполне способна научить маленьких зрителей со вниманием относиться к особенностям и интересам других людей. Неисправный Рон, возрастная категория 6+. Для ребят постарше еще одна новинка, достойная внимания. Это 25-я часть приключений Джеймса Бонда, в которой Дэниел Крейг играет эту роль в последний раз. Любите шпионские страсти, невероятные трюки и гонки? Тогда этот фильм для вас. Не время умирать, возрастная категория 12+. К слову, познакомиться с афишей кинотеатра можно на официальном сайте. Здесь же можно приобрести билет. В кинотеатре соблюдаются все антиковидные правила. На входе проверяют температуру. Установлены антисептики для обработки рук. Зрителей рассаживают через одного. Так что берите попкорн, любимые напитки, отправляйтесь наслаждаться профессиональным звуком и светом одного из самых больших экранов Твери. Согласитесь, после просмотра неплохо было бы обсудить фильм, а заодно и подкрепиться. Семейное кафе «Тайм» – идеальное для этого место. Заведение гордится своим разнообразным и сбалансированным меню, в котором все блюда вкусные и полезные. Новое кафе расположилось на втором этаже бизнес-центра «Тверь». Вам даже не придется выходить на улицу. Сразу после просмотра – за стол. Здесь родители могут приятно и спокойно провести время даже с самыми активными малышами. В меню сытные первые и вторые блюда, легкие салаты, аппетитные бургеры, пицца, великолепные десерты, мороженое, разнообразные напитки и многое другое. Есть и отдельное детское меню. Накормят всех. Помимо пиццы и гамбургеров, у нас еще будет для них супчики детские. Вот, будет супчик тыквенный с фрикадельками, будет супчик с алфавитиками, как они любят, с макарошками. Вот, также на второй у них будет лапша, то есть это лапша удон, очень вкусно, в сливочном соусе, все для детей, там помидорки будут, свежие овощи, все будет хорошо. Вот, и, конечно же, на десерт их любимое мороженое, ну и еще будет много других разных десертов, то есть у нас есть чем удивить. Повара понимают, что некоторым детям по душе более знакомые угощения – супы, паста, пюре и другие простые блюда. Но все с оригинальной подачей, которая заинтересует даже привет. Здесь подают блюда ресторанного уровня по вполне демократичным ценам. Ну, как говорится, лучше один раз попробовать. Гостей ждут с 12 до 21 часа. Кстати, из окон кафе открывается отличный панорамный вид на улицу Вакжанова. Но если хотите увидеть всю Тверь, отправляйтесь на крышу. Детям это точно понравится. 24-й этаж бизнес-центра Тверь превзойдет и ваши ожидания. Именно здесь, на высоте 77 метров, находится единственная в Твери городская обзорная площадка. Панорама города простирается вдаль на многие километры. Как на ладони оказываются архитектурные ансамбли, исторические застройки, золотые купола храмов Твери. Ни одна туристическая открытка не передаст такого поистине захватывающего дух вида, который доступен с обзорной площадки. К слову, ее посещение не только интересное, но и полезное. Благодаря аудиогиду, который выдают на первом этаже, можно узнать, чем похожи Тверь и Сиэтл, где помимо Твери есть памятники тверскому купцу Афанасию Никитину, какая площадь носила название полуциркулярная, почтовая. Согласитесь, удобное месторасположение, уютная атмосфера, возможно, возможность провести время весело и с пользой. Немалые плюсы в пользу бизнес-центра Тверь.